Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада, что мы снова собрались в этом зале. И сегодня мы подводим итоги второго сезона бардовских авторских встреч в городе Магнитогорске в нашем бард-кафе 2011-2012 года. Конечно, хотелось бы подвести итоги и отчитаться перед вами о проделанной работе за этот замечательный, интересный сезон. Как подводят итоги подобные компании? Конечно, хотелось бы назвать имена, с которыми мы впервые познакомились в этом зале, в нашем городе, в рамках нашего творческого объединения под названием «Бард-кафе». В этом году мы познакомились с сучелинцами. Это Дмитрий и Елена Загрединовы, Вячеслав Поройков. К нам приезжали гости из Белорецка и привезли к нам Сергея Лебедева в этом году. Из города Уфы приезжали к нам Дмитрий Лёликов и Рустем. Подсказывайте, Якупов. Да, Якупов. Также из города Магнитогорска мы познакомились с Камилем Ахмедзяновым, замечательным контристом, его гитаристом Вениамином. И, конечно же, в наших рядах приняли участие новые, незнакомые ранее на этой сцене авторы-исполнители, такие как Владимир и Вадим Тарасовы. И сегодня в номинации «Новый голос», «Новый автор года» Владимир Тарасов и Вадим Тарасов, Тарасовы не смогли сегодня присутствовать и выступить на этой сцене, потому что у Вадима родилась первая дочь в понедельник, с чем мы его и поздравляем. Да, поэтому весна, рождаются дети, появляются рождаются новые цветы, новые песни. И сегодня, дорогие друзья, я рада вам представить наших друзей из Белорецка, Елену Куреневу и ее компанию на этой сцене. Встречайте теплыми аплодисментами. У меня микрофон уже включили, поэтому я понемножечку начну представлять, кто на сцене, откуда мы и для чего. Ну, во-первых, добрый вечер. Мы очень рады видеть этот зал, это помещение. Мне очень хорошо знакомо, потому что много-много лет назад я когда-то в этом зале уже исполняла песни. Поэтому сегодня вот вместе со мной еще я привезла двух своих друзей, аккомпаниаторов, учеников. Потихонечку про всех все расскажу. На сцене сегодня аккомпанирует мне Павел Климчинский. Павел у нас личность разносторонняя. Он у нас завуч по воспитательной работе в гимназии. Заместитель директора по воспитательной работе, да. Я тоже работаю в гимназии, преподаю экономику, информатику. Ну, а вот... Справа от меня стоит Андрей. Это наша, как сказать-то, у меня тут муж сидит в зале. Ну, детище наше с Павлом Валерьевичем, ну, не в том смысле, в каком вы бы все подумали. Это ученик, мой ученик, это ученик Павла Валерьевича. Ну, вот уже дорос до того, что мы сегодня привезли его с собой, и вы убедитесь, что не зря. Потому что Андрюша у нас очень талантлив. Ну, надеюсь, что он это покажет. Андрей Квачок. Ну и сегодня мы постараемся показать нашу программу самую разностороннюю. Дело в том, что вообще у нас был такой ансамбль «Белоречье», может быть, кто-то слышал. Ну вот сейчас мы как-то так вот... Ансамбль у нас уже не получается, немножечко разбежались на какое-то время, я надеюсь. Но поэтому мы приехали сюда малочисленным составом и вот со свежими силами. Поэтому программа у нас немножечко такая обновленная, но для вас, все для вас. Итак, мы начинаем. Музыка.
закат, и только снежности и сна неяркий свет пробьет тропинку в этот золотистый сад, откуда ты глядишь с улыбкой на меня, не зная, шутку ли молчать или всерьез, доверясь солнцу восходящего огня, в котором я сгорю от слез. И лишь соломинка любви к моим потянется ладоням, разлуку встречи утолить, печаль улыбкой урезонить. Ты никому не говори о том, что счастье было с нами, но за соломинку любви держись упрямыми руками. И лишь соломинка любви к моим потянется ладоням, разлуку встречей утолить, печаль улыбкой урезонить. Ах, если б свет моей души не так душил тебя в объятиях временов иных мир, какой бы радостью поцелить тогда сады, какой бы нежностью была любая мгла, не для того, чтобы умереть, рождался день, но, умирая, не уходит насовсем я на тобой судьбой брошенная тень. Не знаю кем, и лишь соломинка любви к моим потянется ладоня, разлуку встречи утолить, печаль улыбкой урезонить. Ты никому не говори о том, что счастье было с нами, но за соломинку любви держись упрямыми руками. И лишь соломинка любви к твоим потянется ладоня, разлуку встречи утолить, печаль улыбкой урезонить. Ты никому не говори о том, что счастье было с нами, но за соломинку любви держись упрямыми руками. Ты никому не говори о том, что счастье было с нами, но за соломинку любви держись упрямыми руками. Но за соломинку любви держись упрямыми руками. Ну, вот у нас был недавно большой концерт, где-то год, наверное, назад, и программа наша так и называлась «Соломинка любви». Поэтому вот первой песни, которой мы открыли свою программу, одноименная «Соломинка любви». Поэтому немножечко о любви. И следующая, эта песня была Елены Фроловой, я забыла сказать. И следующая песня так и называется «Любовь», автор Наталья Дудкина. Все чаще, да реже тревожит, и зимы короче, зато холоднее. Мы жили в надежде, на счастье и все же уходит любовь, даже память о ней. Шумят телевизор, в комнате каждый обед, обид, пока пополам. Ты знаешь, мы встретимся утром однажды и просто увидим, навеки ушла любовь. Встретимся в кухне во время рекламы, запить кофейком затаённую боль. И каждый из нас, выходя из квартиры, уносит обиды на связке ключей.
Я думаю, ворох белья не постирал. Ты думаешь, вместе живем и зачем? Мы тихо живем, как грибницы и корни. В науке такое зовут симбиоз. Так просто уныло и так приземленно сиамское братство супружеских уз. Да нет, я не плачу, но определенно умру, если вдруг от себя оторвусь. Любовь. У нас тут как-то так заводится все, ж нет? Нормально? Ну ладно. У нас тихо, можно убавить. Итак, это была песня Натальи Дудкиной «Любовь». Следующая песня «Любовь Хорева» «Вольный ветер». Отпустила голубя,
чудо поем. Ну и теперь немножечко уже такой более современной авторской песни. Опять же, Наталья Дудкина. Песня называется «Mon ami». Чуть пониже. Угу. Ладно, спасибо. Мне кажется, что повыше или пониже. Следующая песня Луизы Леонтьевой называется «На черемуха». Каждым маем ты
забывал обо мне. Сделаю так я, чтоб каждым маем ты тосковал обо мне. Прощание с грустью. Это не пламень, а дым. Руки черемуха белые скинула ночью над домом. Следующая песня — Артур Шепелев, «Птица ночная». Андрей Шепелев, «Птица ночная». Птица ночная с темным крылом, за окном не кружи, мне еще рано грустить о былом, что тебе надо, скажи, или тебе некуда больше лететь, или тебе некого ждать, мне еще многое надо успеть, мне еще есть что отдать. Птица ночная, нам с тобой не по пути. Зимнюю стужу, снежную соль я не боюсь испытать. Я принимаю с радостью боль, чтоб научиться прощать. Птица ночная, не твоя, я не твоя, я не твоя. Где-то я знаю, жду. Еще верю в нее. Ты за собой меня не зови в эту бессонную ночь. Мне
еще хватит тепла и любви, чтобы кому-то помочь. Птица ночная, не твоя, я не твоя, я не твоя. Где-то я знаю, ждут меня, я знаю, ждут меня. Птица ночная. Наш небольшой первый блок завершить. Еще одна песенка, песня Ирины Богушевской «У нас в раю».
этом наша такая очень грустная часть закончилась. Сейчас приятное, по-моему, будет награждение, да? Что-то у вас будет, да.